Вот за 25 лет я впервые почувствовала себя вот как здоровый человек. Я вот даже в 38 лет себя так не чувствовала, вот как в 63. Я перенесла это очень жаркое лето. Я нашла работу по силам, по своим. Я вошла в коллектив и радуюсь жизни. Дай Бог здоровья Гагику Саркисовичу в его благородном деле. Он осветил нам путь, и я пошла этой дорогой. Спасибо. Очень благодарна. Спасибо вас. Севастополя.